участник проекта «Шаг со звездой» Изабель. Изабель, скажите, что привело вас на наш проект «Шаг к звездам»? Ну, я начинающая певица и хочу практиковаться в своем деле. Я занимаюсь вокалом. Вот я очень рада, что представляется такая возможность начинающим исполнителям попытать свое счастье, так сказать. А как давно вы занимаетесь вокалом? Ну, не так давно, но пишу стихи давно уже. И вы решили свои стихи положить на музыку? Или вам написал композитор музыку для вашей песни? Я покупаю музыку, да. То есть вы написали стихи, потом вам написали музыку, и вы решили попробовать себя уже в качестве автора-исполнителя со своей песней на конкурс? Да, верно. А это первый конкурс, на который вы пришли, или вы уже где-то демонстрировали свое искусство? Это первый конкурс. Ну, я выступала на сцене один раз, но конкурс – это первый. Мы вам хотим пожелать больших успехов, потому что дебют в каком-то конкурсе – это всегда запоминающееся событие, это всегда очень такой серьезный шаг. Какие вы сейчас испытываете эмоции? Все-таки это ваш дебют. Вот поделитесь, как это первый раз? Ну, сейчас легкое волнение присутствует. Надеюсь, пройдет все гладко. Ну, мы будем за вас болеть, мы будем вас поддерживать. У вас песня медленная или быстрая? Какой темп песни? Она довольно веселая, да. А ну, если веселая, значит, прям можете всех вызывать жюри танцевать. И это очень поднимет им настроение. Мы вам желаем успехов и будем ждать ваших новых песен. Спасибо большое. Всем удачи. Спасибо. Меня от тебя тоже бегут.